Увидеть работу настоящей телевизионной студии, узнать об особенностях профессии диктора, видеомонтажера, телеоператора, а также побывать в святая святых любого телеканала, программной аппаратной, где создаются новости, ток-шоу и тематические передачи. Такие возможности регулярно предоставляют ученикам московских школ телевидения Российского университета «Дружбы народов». Честно говоря, впервые удалось, так сказать, побывать на студии, только слышал о них или видел по телевизору. Ну, интересно достаточно. Рассказали сущность процесса, записи, работы. Я сегодня узнал, как в студиях люди снимаются на фоне зеленым, а потом делают любые другие фоны. Я узнал, как записываются новости на РУДН, что происходит в РУДН, и много всего интересного. Неподдельные интересы, совершенно не детские вопросы, показывают, что даже в таком юном возрасте ребята всерьез задумываются о перспективе своего выбора. Я посоветую школьникам быть повнимательнее и посерьезнее. Получше слушать, чтобы услышать как можно больше всякой интересной информации. Чем больше вы узнаете, тем больше это поможет вам в жизни. Всестороннее обучение – залог будущего каждого молодого специалиста. Выездные экскурсии на производство помогают школьникам не только определиться со своей профильной специальностью, но и в будущем сделать правильный выбор. РУДН – это университет, который стоит у меня в списке поступления. Екатерина Гульбина, Лейла Сабаниева, новости ТВ РУДН.